Добрый день! Сегодня на обзоре уникальный в своем роде бумбокс. Бумбокс, DVD, MP3, радио, караоке, флеш-плеер, выход на наушники, два входа микрофонных, громкость микрофона отдельно регулируется, кассетник, вот это вот чудесный Goldie IP, модель DVD-92906. Недешевый довольно агрегат, но такой, в общем, очень интересный. Так, значит, сейчас заряжен у него DVD-диск, ставим музыкальный простой DVD-диск. И, соответственно, сразу начинает воспроизведение. Сейчас на паузе стоит. Так, значит, радио FM 76, 108 FM. Есть еще TV диапазон, то есть можно поймать какие-то, видимо, телеканалы, но, по крайней мере, в России не пробовали. Так, переключалка режимов работы, громкость, тюнинг радио, диапазоны MV, SV, FM, стерео и TV. Так, наверху у нас идет всеядный DVD-плеер, то есть читает он MP3, и DVD, и видео-CD, и CD. Вот. Кнопки управления плеером, выход на наушники, кнопочки play-пауза, переключатель режимов DVD, USB-карт, USB и SD-карты. Так, соответственно, вот здесь прячется разъем под флешку, а вот здесь под карту памяти. Так, значит, теперь послушаем кассетку. Мы зарядили уже. Так, переключаем. Это радио, соответственно. Радио, соответственно, стерео полноценное, потому что бывает во многих аппаратах стерео только на MP3, а радио монофоническое. Радио ловит великолепным образом. Да, кстати, сам он такой деревянный, МДФовский. Вот, все-таки кассета. Так, переключаем на кассету. Кассета заряжена. Так, значит, имеется пульт управления полноценный, но это, как правило, управление сидюком, то есть на кассету, естественно, и на радио он работать не будет. Может, радио только переключит, но выборку делать вряд ли возможно. Так, послушаем флешку. Так, DVD нам не нужно, нам нужно USB. Отличное качество воспроизведения.
имеется инструкция полностью на китайском языке. Ну, в общем, такой девайс чисто для внутреннего рынка делается очень шикарного качества, не хуже там всяких Panasonic, Sony. Фирма серьезная. Так, посмотрим заднюю панель. Так, смотрите, значит, вот вход для двух микрофонов и громкость отдельная. Так, выходы. Да, даже оптический есть. И супер выход, супер видео. Да, здесь кабель питания и видеокабель. Естественно, этот бумбокс питается от сети, от батареек. Ну, антенна традиционно. Сделано все на высочайшем уровне. Кстати, может питаться от 12 вольт. Адаптер в комплект не входит, но такое предусмотрено. И весит порядка, наверное, 4-5 килограмм. Вот такая вот штука. Пришло очень мало, и эти вещи скоро в самом Китае уже производить их, наверное, уже не производят. Остатки остались, и вот удалось выпросить небольшое количество. Пока. Okay.